Приветствую вас, друзья, на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Half-Life 2. Сейчас нам надо выбраться из цитадели и напортачить. Простите, прощаю. Да, здесь мы играем в такие игры, которые другие могут посчитать детскими. Так, нам сюда. Так, я думаю, нам надо на крышу. Это для меня, и это для меня. Ну. Так. Не открывается. Интересно. А куда тогда? Что мне надо где напортачить-то? Подскажите, расскажите. Вот так вот. Что здесь надо сделать? Ну, пока. Перезарядим. Так. Ой-ой-ой. У нас. У нас небольшая проблемка будет. Потому что я как вижу, у нас здесь ракетная установка торчит. А если есть ракетная установка, значит придется ей воспользоваться. Да. Так. Ой-ой-ой. Опа. Так, нам опять посадили кого-то. Вот. Что и требовалось доказать. Где-то. Вот. Ой-ой-ой-ой. Надо нам его сбить. Еще что-то. Нет, почему меня загасит-то? Где ты? Я тебя не вижу. Блин. Так, вроде подбил ее. Что у нас здесь? Вот неплохо, неплохо. Так, теперь давайте-ка посмотрим. Вот. Раз. Два. В обидках. Где тут можем подзаправить свое здоровье? Ой-ой-ой, всех моих друзей выкосили. У меня сколько было, трое, четверо в подчинении, всех выкосили. Стоп. Нет, так не пойдет. Только подзаправился. Вы пришли откуда? Отсюда. Блин, ни одной гранаты-то нет. Так.
Поддерживает их. Все правильно. Ну, давайте посмотрим. Эта штука сама может детонировать. Ой-ой-ой, за мной охота. Нет, вот все понятно теперь. И еще одну вот сюда поставим. Вроде неплохо. Давай. Первая пошла. Вторая. Пошла. Перезаряди. У меня... Из чего ты меня так? Кто это? Так, я не понял. Нет, вы меня так загасите, господа. Еще один должен быть, нет? Так, где ты? Так, ну ладно, пока я тебя не вижу. Пока не вижу, пока не вижу. Итак. Этих гомосятин пока нету, это очень даже хорошо. Будем потихонечку подпитаемся сейчас. Потому что я уверен, нас ждет большая битва. Ой, хватит нам, хватит на сотни, хватило. С пердячим паром, с грехом пополам, но хватило. Так. Куда нам? Нифига не так. Надо маленечко по-другому тогда использовать все это дело. Так, у нас три прыгуна. Вот так. Вот так. Ой-ой-ой. Так, ладно. Большинство загасили. Вот. Вот так. Вот. А если их так много было, можно было бы и попроще сделать. Да. Вот так можно было сделать. Вот так вот. Так, конечно, потрясающе. Сам в шоке. Всех прыгунов истратил. Так, туда нам нельзя. Будем идти по одному пути, который можно. Вот, кстати, это и есть правильный путь. Раз загрузка прошла. Так, у меня опять 4 со мной, один медик. Нет, нет, иногда подкидывают лекарства, что уже хорошо. Я только не знаю, пока как у него по настроению это зависит или как.
приготовляющее поле и открыли ворота. Молодцы. Можем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. Давай. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Сумеете туда добраться? Да будет все необходимое, чтобы убить ракеты. Так. На площадь, значит. К ракетам. Ага. А чё они у меня так быстро кончились-то? Ваши ракеты хвалёны. Не успели начаться, уже кончились. Так разве честно? Да стойте вы! Куда бежать? Не так. Так, ладно, давайте пробежим туда. И отсюда уже от противного буду искать место. Так, сюда. Ой-ой-ой. Это меня хорошо так порешетило. Мне куда? Надо. Где ящик с ракетами? Здесь у нас что? Ладно. Сколько на тебя надо? Или я как-то не так бил? А нет, смотрите, вроде повредил его. Тихо. Опа. Так. Нифига не так. А что, я у него лапу задел? Нет, так мы его не убьем. Ну так. Ой. Выбегай быстрее. Ящик с ракетами тебе. На, вот тебе. Все есть. Пользуйся. Где еще можно достать ракет? Давайте быстрее. Мне нужны ракеты. Я за кого воюю-то? Мне это надо, что ли? Ой-ой-ой. Обнаружено кровопотеря. Конечно, обнаружено. Он по мне хреначит. Давай. Вот так и будет танцевать.
Так. Еще разок. Все, все. Все повержены. Куда мне? Так. Давайте посмотрим. Вот на эту часть улицы. Стой, 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 стой. Блин. Только всех победил. Значит, правильно иду. Только куда мне тут идти-то? Правильно иду. Вижу. Давай возьмем. Вот так. А мне сколько вас убивать-то надо? У вас там уже двое опять. Еще один должен быть, я помню, был. Ага. Мне его не совсем видно, да? Попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, я его разозлил. Теперь точно все. Все или не все? Так. Вот так вот. Я могу себе это позволить. Так, ну и выход отсюда, как я понимаю, один. Это он туда. Раз. Давайте, давайте, давайте. Раз вы отсюда бежите, значит, мне уж точно сюда. Так. Здесь никого. Где? Нет, не так. Ой-ой-ой. Нифига себе, вы мне гранату еще. Так вот. Вот так и разбираемся с врагами. Потихонечку, помаленечку. Один за другим будут погибать под моей пятой. Давай, 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 давай. Вау. Посмотрите, какое блаженство. Собрал. Кстати, одна граната еще хотя бы есть в автомате. Это может... Это не может не радовать. Так, ой-ой-ой-ой. Вон они, по мне уже хотят стрелять. Твари такие.
Да. Да. Бонг. Да. Вот так вот. А их двое было. Вот почему. Я-то думал, одного убил. Оказывается, нет. Еще и гранаты в меня. За что? Бежим! Я так понимаю, это по мою душу там подразверглись врата. Да, да. Давай, кто? Ну-ка назад. Вот так. Я лучше уж гранату пожертвую, чем. Все? Вот. А нет. Вот так. Именно в таком порядке. Кто еще? Ай-яй-яй. Блин, ни хрена не видно. Не... Так, нет. Есть немного другой способ. Где ты? Разбил. Еще? Все. Так. Что вы мне тут приготовили? Давайте, я буду рад всему. Любым боеприпасам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот что меня гасило-то там. Да где ж ты, тварь? На. Да падла. На. Так, проходим. Не стесняемся. Вот мне точно сюда надо было. Точно. Ни хрена себе. А если ты обладаешь такой мощью, хрена ли ты со мной тогда сусолишься? Тихо, я боюсь. Я всего боюсь. Где ты, тварь? Да. Давайте. Так. Мне ее по-любому надо гасить. Так. Да. 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 Так. Продолжаем их зубиться. Еще. Вот так. Все. Враг повержен.
Твоишь мать-то, как вы меня задолбали. За что? За что вы так со мной? Что я вам плохого сделал? Изверги, изуверы, ироды. Ну вот. Когда мы до цитадели-то доберемся? Доктор Фримен, там черт знает, что творится. Рядом с цитаделью на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Я понял, ну давай. Мы уже почти под стеной цитадели, док. Я не знаю, как черт возьми, мы преодолеем ее. Но до сюда ты дошел. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь. Конечно, придумаю. Вот давайте, вы-то хоть кого-то убейте. А то получается я один всех бью. Так разве можно? Вы нахрена тогда нужны-то будете? Ну хотя нам нужны будете. Вы нахрена тогда нужны вообще? Ой-ой-ой. Так, это мне туда начать. Значит, мы сначала подзаправимся здесь. Так. Честно, подождите. Вон он. Здесь есть ракетница. Ракетница есть? Спрашиваю. Ответьте на вопрос. Чего вы молчите, придурки? Вот так вот. Уже лучше. Итак, что мы видим? Мне надо сейчас быстро преодолеть вот это расстояние и спрятаться сюда. Так. Нет. Нет. Так. Неплохо. Проскочили. Давай сюда. Здесь есть вообще чего, зачем укрыться-то? Стой, оно того не стоит тогда, получается. Ну-ка. Получается так. Вот так вот будем. Теперь мне надо будет пробежать еще. Вот сюда. Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, он меня не заметил. А иначе мне хана. Твою ж мать-то. Да нифига. Блин, не так. Так, ты давай уходи. Так, а ты вот сейчас вылезешь, и мне придется под тебя нырять. Причем делать это очень быстро. Давай, вот ты только шагни сюда. Вот так вот, пока ты не сообразил, что к чему.
что? Ничего страшного. О. Так, все, что надо, я взял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда нам? Куда? Давай. Блин, вот были бы тараканы. Я бы вам покупал. Кто где? Давайте хоть вы покажитесь, блин. Вот так. Так. Здесь все есть. Давай, следующий. Подождите, кто меня так загасит, блядь. Давайте вот так. Вот так. Вот так. Вот, вот. Берегусь. Ничего страшного не произошло. Не произошло. Двигаемся. Двигаемся. Давайте всех уничтожать. Всех. Блин. Давай. Так. Что у нас здесь есть? Так. Вот, вот. Ну и пойдем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где? Кто на меня? Прыгнули! Ни хрена себе! Поскромнее, ты атаку-то не мог произвести? А тебе как должен защищаться-то? Я здесь. Да. Блин, блински. Нет, сюда мне не надо было точно. Как ты видишь цель-то? Так. Ну-ка давайте вот так. А, вот сюда мне. Вот сюда. Так-то можно до бесконечности воевать. Покажись. Еще давай. Ой-ой-ой-ой. Так-так-так. Нет. Блин, мы так хрен пройдем. Как во Второй мировой. По одной улице долго шагаю. Куда? Так, он должен отстреляться был.
Он должен был отстреляться. Да кто по мне гасит? Так, он отстрелялся. Мы бежим. Мы бежим, 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 бежим. Опаньки. Вот здесь никого пока нет. Вот он. Прибежал сюда. Можно подзарядиться, ага. Давай. Вот так. Бежим, бежим, бежим. Это мне надо будет после того, как уничтожу, подзарядиться здесь. Сначала дело. Так, давайте, проходите. Сделайте хоть что-нибудь правильно. А, все, можно делать правильно. Так, где-то. Я боюсь, это скорее было по ноги. Да пошел ты нахрен, докторишка! Не так. Давай. Ну давай, уходи. Мне тут против всех приходится воевать. Сзади. И что же вы ничего не делаете сзади? Вот. Да. Вот надо подзаправиться, надо. По мне все стреляют, кому не лень. Не могу же быть таким хреновым. Никому не нравится. Обаятельный парень. Вот все. Одну-то проблему мы убрали. Где ты? Еще не понял. Подправляем здоровье и валим отсюда. Так. Все, значит, только здоровье. Давай. Там еще эта штука летала. Я не знаю, вы ее сбили. Так, а сейчас нам надо бежать. Бежать. О, блин. Я говорю, бежать, они стоят на месте. Хрена ли вы встали, твари?
Продвигайся, продвигайся. Так, а куда нам бежать-то? Подождите. Мы забежали сюда. Здесь мы уже везде побывали. Куда нам бежать-то? Куда вы за мной бегаете? Покажите дорогу. Так, его мы уничтожили. Куда мне надо-то? Мне надо куда-то. Так, раз сюда, сюда. Ну давайте-ка вот так попробуем. Вот так вот попробуем. Буду думать, что мне вот сюда надо. Да, мне, наверное, туда и надо. Вот сюда. Подождите меня. Давай догоняй. Так, мне сюда? Нет, нет, не сюда. Ну, отойдите. Сюда. Блять, как с вами разговаривать-то с тупорылыми-то? Пес, пес пришел. Пес, давай развали их всех, размотай. Гордон, эй, помоги-ка мне. Давай. Твою ж мать, мне что ли? Всех их убивать. Пес пронесся через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, давай. Он убил свою голову, что она в цитадели. Алекс поди не хотела, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановишь. Он выжил. И это главное. А сейчас он на нашей стороне. Эй, пес, не туда! Давай не туда. Пройдешь. Все туда. Отойди, блядь. Ничего себе. Я думаю, дайте я туда выйду. Прошел, я ворвусь туда, словно если ураган. Увидишь доктора Брина, передай ему. Хорошо. Но об этом мы увидим в следующей серии. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока.